Всем привет, дорогие друзья, с вами Дарити, добро пожаловать играть в игрушку с вампа. Так, кто такой? Ребят, что? Там крокодил, нифига себе. О, куда же он угодил? Давайте посмотрим. Ходящий ствол с монстром-сюрпризом. О, там может любой монстр попасться. Так, окей, ребят, все ясно. Перезаряжаемся и продолжаем играть. Так, что они пытаются сделать? Они хотят что-то съесть у меня из дома, стащить колбасу. У меня там колбаса. Так, и они хотят ее стащить по-любому. Круто, мне нравится эта бочка. Непредсказуемая бочка. О, полетел. Дробовик реально уже не спасает. Блин, я патронами не закупился, это фигово. Ладно, отбиваемся. Так, нормально. У меня 7 патронов осталось, ребят. Это реально очень жестоко. Надо бы стоп прокачать. А что они будут, интересно, делать? А, они просто мимо идут. Ладно, благо у меня есть дополнительные ништяки. Они мне явно пригодятся. О, пошли бобры. Пошли бобры. Так. А что они? Они просто мимо проходят, да? А. Бочка спадает, ясно. Давай, перезаряжайся. Блин, ах ты маленький. Сейчас я тебе покажу. Жалко, мне патронов мало. Покосячил. Покосячил мою избу. Ну, все нормально. Что-то мало денег дали. Я рассчитывал на больше. Так, ладно, давайте. Нам надо немножко подзакупиться, я думаю. Стоп, ну-ка, давайте улучшим. Раз улучшили. Два улучшили. Три улучшили. Давайте купим их. Так, ну ладно, в принципе, уже, я думаю, можно идти в бой. У меня на улице дождик идет. Сейчас вам покажу. Причем проливной, я думаю, вы слышите. Это для атмосферы, это же болото. На болоте тоже дожди бывают. Ух ты же, елки-палки. А в этой игре бывает дождь? Анимация такая сзади. Звуковая анимация, так можно выразиться. Так, окей, спасибо, друзья мои хорошие, что поддерживаете, ставите пальцы вверх, подписывайтесь, мне реально очень это помогает. Ну-ка, если я стоп так поставлю. Я прокачал, почему они не умирают? Мне написали, что если я прокачаю стоп, они будут умирать. Они нифига не умирают. Зачем я тебя прокачивал? Ну все равно, ладно, пригодится. Я буду с дробовиком отбиваться. Нифига, как вас много. Так, лови. Он умирал, потому что он горел. Да что ж ты будешь делать? И где они умирают, ребят? Они, мне кажется, нифига не умирают. Да получайте. Жестокая борьба за выживание. Неужели прошли? Так, отлично, дополнительные монетки нам пригодятся всегда. Так, окей, давайте смотрим, что тут взять. Оборона, взрывчатка. Пополним немножко коллекцию. Вообще бы, наверное, лучше тебя улучшить.
Тебя бы я, наверное, улучшил. Аж два раза. Так, продолжим восьмой левел. Здесь, ребят. А, не здесь. Где-то тут. Ух ты, какой монстр. Здоровенький. Большой здоровый монстр. Как мне от него избавиться? Ладно, давайте вот так поставим. Я думаю, это его ненадолго задержит. Комарики. Как он быстро расправился. Он не до конца убил. Ладно, благо мы живы. Так, пошли. Пошли, родные. Так, ничего, мы отобьемся. Получай. Фу, заряжаемся. А сейчас нельзя ничего кидать, вообще ничего нельзя. Когда вот эти жуки. Слишком мне нравится, она хорошая. Опять здоровяк. Жадная муха. Она может любой снаряд просто взять и съесть. Смотрите, какой наглый. Ладно, лови столб. Жестоко. Полетела бочка. Попала. Я промазал. Блин, а будет аптека, нет? Это немножко их задержало. Прошли. И новое достижение у нас. Крылатые кровопийцы. Так, заберем награду. Изи, изи, ребят. Так. Они мне нравятся. Динамита больше не будем покупать. Коктейль Молотова. А, пока можно. Пока пригодится. Бензоканистра, не знаю, не будем. Батарея нормальная. Кислотный дождь, ну, так себе. Там еще будут крутые ништяки. Вау, нифига себе. Так, ладно. Продолжим с 9 левел. Я забыл заправиться, блин. У меня вообще нету ни УЗИ, ничего. Давай, заряжайся. Тут давайте стол поставим. Пригодится. Я даже два поставил. Давай, перезаряжайся. Надо было ближе, наверное, ставить. Да горите вы. Легко расправились. Ух ты ж, блин. Смотрите, по два. Эй. Пираньи просто берут и обходят. Они взрываются. Они реально об этот стол взрываются. Да, крутезно. Единственное, рыбы, блин. Да еще эти бочки. Дурацкая пиранья, блин. Все мне портит. Давай, перезаряжайся.
Да, столб крутой, мне понравился. Горите, блин. Отличненько. Легко прошли. О, разблокировано. Крутизна. То есть можно дом подлатать. Давайте так и сделаем. Так, оборона. Металл. Купили металл. И последний раз давайте сыграем 10 левел. Ой, Инлувашка опять все заберет. Больше всяких железячек, видите, висят. Укрепляет дом еще лучше и дает намного больше здоровья. Круто, это нам нужно. Самое главное, стреляйте по НЛОшникам, они крутые ништяки дают. Что могу сказать? Фигово. Давай, заряжайся, заряжайся. Ты издеваешься надо мной. Что за столб выпал? Ладно. Да ты шутишь. Холодильник, холодильник. Давай, 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 заряжайся. Нужно, ребят, их слишком много. Дурацкая фигня вообще. Я не знаю, как я вообще отбиваться буду. Заморозка, давай, давай, заморозку. О, боже мой, боже мой. Дайте мне что-нибудь нормальное. Насколько мне хватит? Насколько мне хватит? Да блин. Нифига себе. Ребята, вы это видели? Что происходит? Я проиграю, по ходу дела. Давай, давай, падай. Жестоко, жесткач, жесткач, жесткач. Это их слишком много. Да, блин, сдохните вы. Не, ребят, я проиграл, по ходу дела. Холодильник, мое спасение. Фу, боже мой, ребят, по ходу дела я победил. Но это было крайне сложно. Можно еще их заморозить разок. Жестоко. Так, забираем награду. Так, ну все, ребята, изи. Отлично. Конечно, надо узишку пополнить нам. На максимум. Тем более, она прокачана у нас. Огнемет. Нужен ли нам огнемет? Такой вопрос. Ну, он у нас не прокачан. Вот в чем плохо. Вот в чем беда. А так он может быть и хороший. Ну что, ребята, с вами был Даридзи. Всем ой. Всем пока. Увидимся еще.